Бойцы на середину. Ближе подойди. Бойцы, правила знаем, правила не нарушаем. У вас 3 раунда по 5 минут. По правилам проф-ММА. Внимательно слушайте команду. Затылок, позвоночный столб не бьем. Шорты, сетку, шингерта не хватаем. После команды стоп, прекращаем все действия. Все ясно? Пожали руки по углам. Главное событие сегодняшнего ивента. Матиев Саймумин, более известный по, наверное, мему, да. Можно назвать это? Вирусный ролик. Вирусный ролик. Спасибо, Исатай. Метро Люблино. Я думаю, многие с этим сталкивались. Фанаты, болельщики, те, кто около ММА-спорта. Давайте вкратце расскажу под веселую музыку. Ну и сразу пошел в ноги, наверное, да, неудивительно. То и делает, что и делает то, что и делал в своих роликах. Сразу же проход ноги и перевод. Закрывает гард Мирей. Таким он быстрым стартом решил взять своего оппонента Бекена Мирея. Да, пытается сейчас завязать в партере оппонента Бекен. Ребята, на телефоны не снимают. Но вот пока не получается высвободить, да, чтобы сделать хоть какой-нибудь граундед баунс сейчас садится. Ошибка Мирея здесь. Разворачивается спиной к оппоненту. Сможет ли встать на ноги? Очень хороший прессинг у Саймумина. И попытался сейчас бросок через грудь оформить. Забирает. Разминулся. В греблинге в партере происходит со стороны Саймумина и Бекена. Да, сейчас попытался встать, но снова мал. Очень плотный контроль в борьбе. Будет ли рычаг? Нет, теряет позицию, к сожалению. И восстанавливает без проблем. Сумасшедшее просто чувство греблинга партера у Саймумина Мадиева. Кстати, твой однофамилец. Да, мой таджикский однофамилец получается. Это Мадиев параллельной вселенной. Забирает бэкмаун, по крайней мере, пытается это сделать. Будет ли... Канарейка, смотри, что творит. Пошел за болевым на ногу. Нет. И отдает спину Саймумин. Ошибка. Отдает спину. Сможет ли Бекен сейчас? Это его шанс. В первом раунде. Это его шанс, он это понимает. Закрепляется в бэкмаунте. Ай-яй-яй. Мирей Бекен одерживает досрочную победу в первом раунде. Одна ошибка Саймумина. Отвлекся он, увлекся точнее этим болевым приемом. Хотел он сделать канарейку. Да, вот это поворот. Вот весь тебе поединок, и дебют. По сути, контролировал Саймумин. Все было хорошо. Всего лишь одна ошибка и воспользовался, просто вцепился зубами в эту возможность. Да. В этом бою удушающим в первом раунде победу одержал Мирей Бекен. Мирей, поздравляю тебя с победой. Это очень важная победа для тебя, так как ты вышел на коротком уведомлении. Я не знаю, сколько дней оставалось до боя, как ты согласился, но как? Полдня, ребята. За полдня Мирей согласился выйти на бой. И согнал еще 5-6 килограмм перед боем. Мирей, очень многие ребята наши, кто тебя знает, они все верили в твою победу. Я очень рад, что ты выиграл этот бой. Поздравляю тебя. Ты действительно доказал и показал всем свое мастерство, свой уровень. Поэтому в начале поединка он сделал перевод, после которого было тяжело из него выйти довольно-таки. Но ты очень быстро поменял исход поединка. Ассаламу алейкум, казах эли. Ассаламу алейкум, Алматы. Алхамдулла. Женске жеткеніме өте қуаныштымын.
Рахмет айтын билет, өзім отбасыма, кешеме, мен командама, Көкжал FC, Көкжал алға. Мен бапкерлеріме, менің бауырларыма, туғандарыма, үлкен рахмет. Осы рух файтингқа өнер көрсетіп атқаныма қуаныштымын. Осыны аз уақыттың ішінде сондай предложение түсті. Көп ойланған жоқпын. Сразу келістім, бірақ салмақ өлшу, салмақ қуу кішкене қиынға түсті. Бірақ Аллаға шүкір, жеңіс біздікі. Иншалла мына жерде енді соперникім жақсы күресетін болып шықты. Оны басынан білдік. Өзімді полный ударный арсеналымды көрсете алған жоқпын. Ойлаған жоқпын, бастаған бетте сразу аяққа кіреді деп. Он немножко этот протянем бой. И думал, поймаю его. Но как получилось, так получилось. В любом положении, алхамдулилля. Мерей, қазақтың нағыз батыр жігіті, жеңіс құтты болсын. Сен өте мықты бой көрсеттің. Менің ойымша, осы жерде жиналған барша қауым, сенің жеңісіңе, қуанышқа ортақ. Енді Мерей, біз сені келесі біздің турнирларда көруге міндетті түрде сенің қатысуыңды қалаймын, шыны керек. Иә, бұйыртса, Алла бұйыртса, сен жеңістеріңді тағы да көре берейік. Бүгін өте әдемі мықты бой болды. Жеңіс құтты болсын. Рахмет, Рамазан. Рахмет, Василий Тақтай. Организацияға рахмет, үлкен жоғары деңгейде өтіп жатыр. Алдыда мақсаттар бар, иншалла осы промоушында ары қарай әдемі өнер көрсетуге дайынмын. Мерей, сен дайын болсаң, біз де дайынбыз. Жеңіс құтты болсын. Саймумин. Я, конечно же, вижу, что ты очень расстроен исходом поединка, но, как все мы знаем, бой есть бой. То есть даже самые сильные когда-то проигрывают в большом спорте, и в UFC, и в боксе. Поэтому, я думаю, тебе не стоит расстраиваться. Начало было очень хорошим, но этот переход на удушающий был очень быстрым. Скажи свои мысли по ходу боя. Салам алейкум, всех приветствую. Чуть торопился на самом деле от того, что просто хотел болячку делать на ногу, но не получилось. Ничего страшного. Идем дальше. Не расстраивайся, нормально все, все четко. Сопернику спасибо, то, что говорит, за полдня да принял бой. У нас тоже самое, два соперника отказался. Вот, когда его отправили, сразу приняли, ничего страшного. Все по воле Аллаха, иншаллах, дальше больше. Если что, иншаллах, обязательно вернемся и мир своего заберем здесь. Всем огромное спасибо всем моим друзьям, моим болельщикам, моим братьям. Это, считайте, что просто один маленький спарринг, один маленький ошибкой моего было, что так рано вышел бой. Я тоже давно уже не занимался. То, что на пресс-конференции вчера, то, что был, сказал. Это маленькая ошибка. Пройдет, иншаллах, все. Всем огромное спасибо.